Раньше по этой улице пройти можно было с трудом, плитка раскрошилась и пришла в негодность. На одном из собраний трудовых коллективов неравнодушные химчане выступили с инициативой заменить ее на асфальт. Каждый день хожу по этой дороге. Плитка была ужасная, в ужасном состоянии. Сейчас большое всем спасибо, кто принял участие в замене этого плитки на асфальт. Улица Чапаева является одной из основных сходня. По ней ежедневно идут на станцию сотни человек. Теперь здесь лежит новенький асфальт. Вместе с представителями администрации посмотреть ход ремонтных работ пришли и лидеры движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить». Именно они поддержали идею о замене покрытия и помогли реализовать ее. Когда обсуждали социально значимые инициативы в трудовых коллективах, как раз в каждом трудовом коллективе высказывалась просьба заменить плитку, которая превратилась уже в крошку, на асфальт. Мы это предложение сразу приняли к сведению. Была проведена работа, и соответствующие профильные дорожные службы эту работу выполнили. Посетили и двор по улице Папанина. Сейчас там обустраивают новую детскую площадку. Также в ходе встреч, в ходе обсуждений жители высказывали предложения по обустройству новой, современной, комфортной и, самое главное, безопасной детской площадки. Соответственно, эта социальная инициатива будет реализована в рамках нашего проекта «Химки. Интересно жить». И в ближайшее время жители получат действительно безопасную, комфортную, современную детскую площадку, и дети, я уверен, будут с удовольствием на ней играть. Какой будет новая площадка, выбирали сами жители, вплоть до покрытия. Закончить работы планируют к концу июля.